Так. Ну вот мы поступим следующим образом. Вот собрание сочинений Маркса и Энгельса в работе немецкой идеологии, это том 3 предшествует тезисы Эйфербаха Маркса. Они тут не случайно предшествуют, потому что они в самой краткой форме выражают то, что потом достаточно обстоятельно и в критической форме, не в позитивной, а скорее так в критической форме преодоления, так сказать, неверных взглядов, ошибочных, содержится в самой этой обширной работе. А поскольку у нас задача с вами, так сказать, овладеть этой большой работой, так разобрать ее, поэтому такой возможностью мы воспользуемся. Вот тезисы Эйфербаха. Мы, наверное, поступим с вами. Вас зовут? Ага, Екатерина. Поступим следующим образом. Вот этих тезисов очень немного. С другой стороны, они очень известные. Очень известные, поскольку в очень такой ясной и резкой форме формулируют ту позицию, которая была у Маркса и Энгельса. Это всего-то каких-то там 2,5 странички. Вот, поэтому мы поступим следующим образом. Я вот буду тезис зачитывать, а вы будете его комментировать. Вот такая вам задача. Хорошо? Вот первый тезис. Первый тезис звучит так. Главный недостаток всего предшествующего материализма, включая эйфербаховский, заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом. Но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но самую человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в сущности христианство он рассматривает как истинно человеческую только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения революционной, практической, критической деятельности. Вот, так сказать, ваш комментарий. Пожалуйста. Мне просто пересказать или... Ну, пересказать это значит, так сказать, сыграть роль магнитофона. Нет, вот тут есть некоторые мысли. Какие тут вот мысли вы считаете это ценными, и как вы к ним относитесь? Комментарии – это позиция кого? Того, кто написал, или того, кто выступает? Того, кто выступает. Поэтому вот в данном случае к вам предъявляется, так сказать, такое требование прокомментировать вот то, что сказано в первом тезисе. Понятно, что претензий больших к вашему комментарию не может быть, потому что вы его сейчас восприняли на слух. Но нам и приходится, вот вы присутствуете на научной конференции, правда? Вот, присутствуете на обсуждении какой-либо работы. И человек, слушая, что говорится с трибуны или что говорят ораторы, он должен на это реагировать. Именно реагировать, исходя из своей позиции, которая у него есть. Или, может быть, меняя свою позицию, если аргументы, которые ему предлагаются, тем, кто выступает, заслуживают того, чтобы позицию свою в чем-то поменять или скорректировать. Маркс говорит, что отрицательная черта философии Фейербаха в том, что он не уделял достаточно внимания практике, а развивал... Развивал чисто, так сказать, вот, теоретическую, обратил внимание на, собственно, теоретическую деятельность или брал как объект в форме созерцания, а не как практическую деятельность. То есть не деятельность брал по преобразованию объектов, там, природы, общества, а брал созерцание. Вот, так сказать, вы можете вот на этот, точно так же на этот тезис посмотреть так, чтобы его послушали, восприняли, ну и созерцая его, можно сказать, вот он об этом
А если речь идет о вот вашем таком критическом подходе к этому, тогда вы включаете в себя свою деятельность, в данном случае деятельность, вот, хотя и теоретическую, но тоже, а вы считаете, так сказать, в чем там, скажем, недостаток? И согласны ли вы с этим, что у Фейербаха такой недостаток, или в этом его преимущество, например? Или что, чем тогда отличаться должен быть более высокий метод от вот такого созерцательного метода, который от созерцательного материализма, который есть у Фейербаха? Он правильно отражает мир? Предъявляется к нему претензия, что он неправильно отражает мир? Не предъявляется, правда? Да. Не предъявляется. Значит, претензии другого порядка, что отражает-то он правильно, а что, так сказать, от него ожидается, что требуется, так сказать, или что требуется от философии, чтобы она не ограничилась тем, что сделал Фейербах. Вот, скажем, если человек что-то сделал, в том числе в философии, и мы, как люди, стоящие на культурологической позиции, должны это оценивать всегда положительно. Человек сделал, а я скажу, а вы вот этого еще не сделали, а и этого не сделали. А если я буду перечислять, что вы не сделали, вы мне можете сказать, давайте я лучше перечислю, что вы еще не сделали. Это будет так же долго и так же бесконечно. Потому что человек, то, что он не сделал, бесконечно. А вот то, что он не сделал, есть вклад в развитие человеческой культуры. Так? Причем культуру мы понимаем как накопленный опыт человечества, материальный и духовный. И он внес вклад в духовную культуру или материальную культуру. А мы к нему подходим и говорим, а вот вы того не сделали, этого не сделали, этого не сделали. То есть вот эти замечания или эта критика Фейербаха означает ли она, так сказать, как бы отбрасывание того, что делал Фейербах, или она просто говорит о том, а что нам надо еще делать. Да, он говорит о том, что нам нужно. Да, поэтому, скажем, Маркс и Энгельс, они, так сказать, дескать, от Фейербаха требуют, чтобы он это делал, или они берут на себя эту задачу? Не, на себя. Вот. Но для того, чтобы взять на себя эту задачу, надо критически подойти к тому, что сделано. Не с точки зрения того, это отбрасывание и сказать, что вот вы не сделали, значит, это никуда не годится. И от вас требуется, если вы вот это произведение изучаете, но не для того, чтобы, так сказать, ну просто и... так сказать, а вот мне там что-то не нравится и так далее. Или наоборот, мне все нравится, и опять же то же самое, тоже та же созерцательность. А это нужно ли для выработки вам своей собственной, в данном случае, философской позиции в отношении к таким фундаментальным вопросам, поскольку эти фундаментальные вопросы входят как, ну, так, составным элементом в культуру человечества. Да? Вот. Ну, главное, вы тут сказали, то есть надо брать практическую какую? Преобразовательную деятельность обязательно. Практически критическую. Не так, что вот я говорю, что вот, вот, скажем, не то сказали, а надо переделывать и саму материю. Материя подвергается переделке, человек же часть материи. И как, ну какая материя это? Это высокоорганизованная материя, обладающая сознанием. А как высокоорганизованная материя, обладающая сознанием, обладает свойством менять эту самую материю, преобразовывать ее. Так, второй тезис. Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, то есть действительность и мощь, посеусторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос. Так, пожалуйста. Ну, если своими словами рассуждать, то... он говорит, что не только нужно думать и созерцать, а принимать... свои рассуждения на практическую деятельность, чтобы принести пользу. Ну, в общем, думаете, что пользу? Вот я вот внедрю свои рассуждения, получится вред. Ну, может такое быть? Да. Может, какая-то у меня идея фикс появилась, я решил эту идею внедрить. И вот тогда, когда я ее внедрил и получил нечто отрицательное, это будет говорить о чем? Что идея моя плохая. Если я правильно все сделал, так сказать, правильно сделал. Идея плохая, неверна или вредна. Сама идея. А пока я не внедрил, кажется, что она отличная, золотая, прекрасная и так далее. То есть, поэтому вопрос, это вопрос о критерии истинности мышления. Что является критерием истинности мышления? Сами только рассуждения, логичность этих рассуждений. Или критерий истины, это что?
Да, результат какой? Практический. Результат от внедрения этих вот мыслей, идей в практику. Да. Так, идем дальше. Следующий тезис. Материалистическое учение о том, что люди – суть продукты, обстоятельства и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди – суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом, например, у Роберта Оуэна. Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика. Ну вот, как, что вы по этому поводу можете сказать? Ну как вы собираетесь себя воспитывать? Вот вы себе говорите, я должна делать то-то. Это? Да, это имеется в виду? Или? Не только нужно изучать. Ну, я должна изучать то-то. Изучать. Вот очень широко распространен философия, вернее, так сказать, не столько в философии, сколько в обыденном сознании такое представление, что бытие определяет сознание человека. Это так? То есть, если я так, как вы считаете? И так, и сознание тоже определяет бытие. Ну так что определяет? То есть, если сознание определяет бытие, тогда у вас получается такая противоречивая конструкция. Определяет что-то ведь одно, а второе с ним взаимодействует. То есть, если и то, и другое влияет на человека, ну, вот надо решить, что является определяющим, то есть что является основополагающим и подчиняет себе остальное, что главным является. Да? Так вот, вопрос. Можно ли считать, что какое вот у человека бытие, такое сознание? Думаете, что да? Вот если, скажем, человек вот рабочий, да? Рабочие. Вот у рабочего что, пролетарское сознание обязательно? Нет. Нет. То есть сразу опровергается это. Причем, а вот скажите, пожалуйста, какое сознание у большинства рабочих в современной буржуазной России? Ну как вы думаете, пролетарское или буржуазное? Сознание. Значит, как оно возьмется, откуда? Вот если я стою у станка, то у меня пролетарское сознание от этого возникает. Само по себе. Или вот я буду такие продукты есть, которые едят рабочие, у меня тоже возникнет пролетарское сознание, да? То есть не получится, что у нас такая вот конструкция будет. А это вот тезис, который здесь, вот я прочитал, он этому противостоит. Причем это не подчеркнуто, он противостоит, но просто говорится, что материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания. Что, следовательно, изменившиеся люди – суть продукты и иных обстоятельств, и измененного воспитания. Вот если так, на этом стоять, что вот люди есть продукты, обстоятельства, воспитания, такой вывод, что человек таков, каково его бытие, то есть если я вот это ем, то я такой и есть, и сознание у меня от этого совершенно преобразовывается. Если я такую колбасу ем, такое сознание, так другую колбасу, другое сознание. Хотя это, так сказать, в шутках это себя проявляло, говорят, что вот такая была шутка в советское время, что советские люди едят отдельную колбасу, а отдельные люди едят советскую колбасу, сырокопченую. Вот, так что, как отдельный момент это годится, но в целом, например, декабристы по своему бытию, по своему положению, кто были? Ну что, мы не немецкие такие примеры разбирали, а серьезные такие, крупные исторические, декабристы. Положение-то у них какое экономическое? Они кто такие? Это же дворяне. А что значит дворяне? Кто они такие? Нет, это вы их и взгляды берете, а положение их объективное какое? Они, у них что в собственности у этих декабристов? Собственность есть у них?
Ну, у них есть. Ну, какая у них собственность? Чем меряется богатство феодального общества? Землей. Землей. И еще чем? Усадьбой. А? Усадьбой. А, крестьяне. Крестьяне, конечно. Вот земли. У них есть у всех крепостные крестьяне. У них есть земля. У них есть крепостные крестьяне. То есть они этих держат крепостных крестьян в повиновении, а выступают за что? За уничтожение крепостного права. Так? Это опровергает, вот этот крупный исторический пример, опровергает полностью учение о том, что вот если мы возьмем бытие людей, то из этого вытекает их сознание. Или там, ну вот мы изучаем произведение Маркса и Энгельса. Кто Маркс по, так сказать, как бы анкету мы предложили, будем бы запомнить, социальное положение. Ну кто он по социальному положению? Ну кто он? Вот мы знаем по национальности, он еврей. Но такой еврей, отец которого принял христианство. Тогда это считалось как бы переходом в другую национальность даже, да? Ведь он как бы стал немцем после этого. Ну а положение-то его какое? Ну кто он? Слесарь, токарь, пекарь? Кто такой? Ну если книжки пишет, кто такой? Писатель. Писатель это пишет и художественник, когда книжки, беллетристику. А если он пишет научные книги, то кто он? Ну, интеллигент, по крайней мере. Подходит под понятие интеллигента? Какой интеллигент? В каком обществе? В буржуазном обществе. Ну, можно сказать, что буржуазный интеллигент? Можно. А то, что он основоположник там, другого учения, пролетарского дела, это другой вопрос. Но положение это его, буржуазный интеллигент. Возьмем его друга Фридриха Энгельса. Папа кто у него был? Не знаете? Папа Фридрих Энгельс был фабрикант. И Энгельс в конторе работал у папы. И сейчас такое мы наблюдаем. Правда, потом он взял и уехал на несколько лет, на 3 года в Англию, для того, чтобы изучить положение рабочего класса. Объективное положение рабочего класса. Я написал вот первый том. Собрание сочинения Маркса Энгельса начинается вот с этой работы Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», блестящей, после которой и сам Энгельс занял другую позицию, чем у него раньше была. Он говорит, я оставил эти светские встречи и беседы, значит, красное вино, и занялся изучением, положением вот того класса, с которым связано будущее. Ну, папа его умер. Когда папа умер, кто стал? По наследству к Энгельсу перешла фабрика. Кто-то стал Энгельс по своему социальному положению? Ну, фабрикант стал, буржуа. Ну и поскольку у него, так сказать, сразу водиться стали денежки, то он эти денежки подкидывал Карлу Марксу, который как раз испытывал острый недостаток. Он сидел, писал «Капитал». И ему Энгельс время от времени посылал, как бы сейчас сказали, спонсорскую помощь, товарищескую. Вот, так что положение, ну вот один буржуазный интеллигент, другой фабрикант. Вот они написали книгу, так сказать, «Будущее в капиталистическом обществе». Они ее не издали тогда, она издана, вот эта книга, вы знаете, в 30-х годах Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС впервые. Вот, то есть их судьба тоже говорит о том, что вот это вот широко распространенное представление, что бытие определяет сознание, ничем не подтверждается. Наоборот, все время опровергается. Какая у вас позиция? Не зависит от того, то есть не то, что не зависит, зависит от всего. От этого, от этого, от этого. А какая она в конечном итоге? Во-первых, она от вас зависит, между прочим. Да? Наверное, зависит и от вас. Вот, но говорят, что человек есть продукт обстоятельств и воспитания. А что это за обстоятельства? Это все обстоятельства вашей жизни. Что на вас повлияло? Например, у Ленина повесили его, казнили его брата. Так, казнил его царизм. Его отношение к царизму могло повлиять? Вот. Другое дело, что он потом занялся изучением соответствующей литературы, значит,
подковал себя соответствующим образом, но на него это не могло не повлиять. Странно было бы, если бы это никак на него не повлияло. А воспитание? А воспитание это не относится к бытию. Вот вы встретили человека, который на вас очень сильно повлиял. Так бывает, люди, у кого-то там знакомый, там отца или матери, который очень много рассказал или многому научил и так далее. Так очень часто бывает. Например, у меня вот дядя был Шеломов такой, Борис Иванович, он был композитором и школьников учил музыке. Музыка меня не научил, но очень многого научил, очень сильно повлиял, очень разносторонний был человек. И, конечно, это влияет, но тем не менее, вот если вы возьмете обывательскую точку зрения, она сводится к тому, что бытие определяет сознание. Откуда ее взяли, кто это такой, вообще вот науки все, и это вот задача наша с вами, поскольку мы в этом должны разбираться, все идеи, они пофамильные. Ну кто это такой придумал, такой тезис, фамилия, кто такой, Маркс не придумал, Энгельс не придумал, никто, как говорят, никто не взял на себя ответственность за этот тезис. А есть другой тезис, общественное бытие определяет общественное сознание. Вот это верно. То есть, если вот общество буржуазное, какое сознание? Общество. Буржуазное. Но это не значит, что у всех оно буржуазное. Это значит, что у большинства. Например, если вы возьмете рабочий класс буржуазного общества, в большинстве рабочих сознание буржуазное. Несмотря на то, что они пролетарии. И наоборот. Если у вас общество феодальное, то хотя в большинстве голов сознание феодальное, в некоторых головах, например, декабристы, и в значительной части, и не худшие это люди, да? Наоборот, это, так сказать, лучшие люди этого общества, сознание уже более прогрессивное. Какое это было тогда прогрессивное сознание? Буржуазное. Давайте освободим крестьян. И еще никакого, так сказать, никакого буржуазного базиса не было, никакой экономики буржуазной не было, а люди смотрели вперед. И люди, можно сказать, из знатных родов, так это дворяне. И вот они выступили против крепостного права. А царь? Вот царь. Он, значит, очень жестоко обошелся с декабристами. Проходит сколько лет тогда, 61-го года, с 1825-го? 35? Ой. 61. 36, наверное. Да. Проходит 36 лет. Царь подписывает указ об освобождении крестьян, чего никаких восстаний и дворян нет. Никто не шумит, никто не требует этого казнить царя, прогнать царя. У нас же такие случаи были в нашей истории, когда царей прогоняли или, как говорится, лишали их жизни по разным поводам. Ну, все хорошо. Это только что вот было выступление декабристов, но 30 лет для истории это вообще ничто. Небольшое. Так. Ну вот поэтому надо вот эту мысль неверную о том, что бытие определяет сознание, надо ее выбросить и не придерживаться, потому что нет никаких доказательств научных, а примеров опровергающих. Но если есть опровергающие примеры, значит, это не действует. А вот общественное бытие определяет сознание. Но мы это, до этого еще дойдем. А человек, про одного человека, когда говорят, вот вы, как вот вы занимаетесь, что вы читаете, с кем вы общаетесь, в том числе, скажем, наши занятия в какой-то мере влияют на ваше сознание? Тоже влияет, и на мое влияет. Так сказать, вы что-то скажете мне, я подумаю. То есть любые занятия, там, любая деятельность человека – это тоже обстоятельство вашей жизни, и оно на вас влияет. То есть человек есть продукт обстоятельств и воспитания. А воспитывают вас прежде всего родители, ну и общество воспитывает, и искусство воспитывает, и если, конечно, вы к нему приобщаетесь. Не приобщаетесь, оно вас и не воспитывает. Правильно? Как Маркс говорит, слушание музыки вырождает потребность слушать музыку. То есть если человек слушает классическую музыку, он будет ее понимать, и у него будет потребность возрастать. Не будет, ну и не будет у него возрастать.
Если он будет выключать каждый раз всегда, или родители будут выключать, никогда у него это не будет, или, по крайней мере, до того момента, пока он к этому не приобщится. Потому что некоторые виды искусства требуют определенного уровня своей. Не все сразу воспринимают оперу. Пришел, они, видите ли, поют. Я помню, мы с мальчишками, когда были выборы, это было время, так сказать, зимнее, советское, я думаю. Вот, это были маленькие телевизоры КВН-49. Их в домах не было, а в агитпунктах были. Вот мы пришли так с мороза прямо, раз в агитпункт на Московском проспекте, человек 5 ввалились. Говорю, можно? Говорю, пожалуйста, заходи. Сидит там женщина, она дежурит в этом агитпункте. Вот мы сели и стали смотреть. И там смотрим, танцуют, и танцуют, и танцуют. Мы думаем, когда будут говорить-то? Или петь? Танцуют. Они все танцуют и танцуют. Мы снялись и ушли. Оказывается, это был балет. Ну, я еще этого не знал, поэтому мы как-то странно думали, что столько времени все это идет, музыка идет, и танцы идут, и ничего не говорят. Ну, что такое, что для немых эта передача, или телевизор у них не работает. В чем дело? Что это за новый телевизор такой? То есть удовлетворение каких-то более высоких потребностей тоже требует тоже известного воспитания, известного развития. Поэтому вот этот тезис, его, я считаю, его надо бы, так сказать, поднять повыше и усвоить всем, потому что он направлен против ходульного такого восприятия материализма. Что вот материализм, что я ем, такое я и есть. Неправильно. Что я одеваю, какой. Сейчас посмотрите, раньше в одежде отличалась. Какая разница сейчас, какая у меня одежда и какая у президента? Ну, небольшая разница, правда? Совершенно. Он может такой голос, такой, я могу такой. Ну, а раньше, если царь выходит, такой что-то, вот видно, что это царь? Да не какой-нибудь там президент. Вот это солидно. Правда? Боярин выходит. Да? Это совсем другое дело. Вот. Вы потом на званый бал вы пошли. Ну, вы сейчас на какой-нибудь, если бал пойдете, постараетесь так что-то надеть. Ну, во всяком случае, ну, не так отличается, что вот очень сильно бросается в глаза социальное положение. Хотя социальное положение различается. Но, скажем, дурным тоном является, если человек себя всеми драгоценностями обвешивает, как-то это не очень в современном обществе воспринимается, правда? Так, ну вот мы с вами один момент разобрали. А другой момент, поскольку вы есть продукт, и я, и все другие, каждый, является результатом или продуктом обстоятельств воспитания, значит, если я хочу себя воспитывать, а вы сами сказали тут, признались, вот, и я слышал, что я сама себя воспитываю. А как вы себя воспитываете? Я же не говорю, что будь хороший. Что вы должны делать? Вы вот взяли и пришли, скажем, на занятия, другие взяли и не смогли по каким-то причинам там. То есть вы сами устраиваете обстоятельства таким образом, чтобы вы продвигались. Потому что другое дело, ну, кто-то, так сказать, как-то не воспользовался обстоятельствами. Вот у нас, скажем, наше образование университетское, оно ведь построено на том, что кто хочет учиться, тот и выучится. А кто не хочет учиться, за ним никто гоняться. Там профессора, там доценты, бегать по коридорам, ловить студентов. Не будут. Не хочет, не хотите, как хотите. Как говорится, как некто один шутил, что он купил, говорит, на трамвай и не поехал. Говорит, и смеется, что он обманул кондуктора. Вот. Я говорю, зря ты это сделал, ты бы вот деньги бы за такси заплатил, бы не поехал, то еще был бы больше. Ну, примерно такая картина у нас с вами. Так, поэтому, если я хочу чего-то добиться, а если вы хотите изменить вот людей каких-то, вот они, скажем, вот темные они, религиозные они ничего не понимают, ну так вы измените их жизнь, а не то, что вы соберете и говорите, вот это неправильно то, что вы думаете, это неверно то, что вы думаете, и так далее. То есть, вот представители предшествующего материализма и идеализма, они считали, что нужно вот просто теоретически все время объяснять, что это неверная ваша позиция. Но вы дайте, так сказать, условия, измените условия, и у людей легче будет изменяться эта позиция. То есть нельзя сводить, вот скажем, некоторые думают, что вот бороться нужно с религией так, что вот выступать, как есть было такое движение, богоборчество, так сказать, вот и доказывать, что религия вредна, религия неверна и так далее.
Ну, с одной стороны, это, конечно, правильно, что она там неверна, и так, но с точки зрения материализма. Но сколько людей там на это молится, сколько поклоняется. Поэтому вот мы сейчас разбираем эти события, которые во Франции были. Ну что, спусковым крючком там явилось то, что, например, в современной России является недопустимым. Правильно? В России, в многонациональной стране, в которой уже столетиями живут люди самых разных национальностей, и атеисты, и верующие, чтобы кто-нибудь взялся, так сказать, оскорблять чувства верующих, это было бы воспринято как нарушение и нравственности, и общественного порядка, и закона. И закона. Неважно там, потому что, вот, скажем, пусть Райт делали то же самое, что делали эти самые карикатуристы. Потому что, ну, а что же вы на этого Мухаммеда, а завтра мы на какого-то человека, которого вы очень уважаете. Ну, люди, может быть, люди заблуждаются, что уважают. Но если вы заблуждаетесь, это не значит, что я на то, что вам дорого, должен делать карикатуры. Поэтому спусковой крючок, вот они такой нажали. И сейчас вот теперь событие в Дании опять. Туда приезжает из Швеции тот, кто тоже эти самые карикатуры рисовал. И опять сдался им этот пророк Мухаммед. Ну, ты не любишь пророка Мухаммеда. Я вот не спросил, вы какого пророка любите? Но если вы кого-то любите, это не значит, что я должен взять и топтать его ногами, издеваться над ним. Правильно? И это, так сказать, дурно понятая свобода слова. Свобода слова используется вовсе не для того, чтобы принести, так сказать, другим людям вред. Правильно? И это, между прочим, так сказать, в современной культуре это некоторое завоевание. Или, например, если вы, вот я могу вам сказать, что вы имеете право прыгать с 15 этажа. Но я вас не призываю прыгать с 15 этажа, тем более не толкаю. А право-то есть такое, что запрещается, кто-нибудь написал, что нельзя с 15, с 14 можно, с 15 нельзя. Нет такого в законе, нет таких законов, и в Конституции не записано ничего. То есть у вас, а права, ну кто у вас может такие права отнять? Поэтому есть, конечно, самоубийцы. Они своим правом воспользовались. Но это никто, во-первых, никто это право не провозглашал. И вообще самоубийство, оно осуждается обществом. Ну как осуждать? Морально. А скажем, у тех, кто верует, так сказать, верующим является, и религиозно осуждается. Правда? То есть считается, что это Бог дал, Бог взял, а то это сам человек взял себя и решил жить. И так столько у нас случаев. И моментов, когда люди лишаются жизни. Поэтому тут такой необходимости в этом нет. Человек потом должен там, во всех религиях такое настроение, что он хоть и через мучение пройдет, но он должен пройти, дойти, выдержать. Поэтому стали даже, вот, хотя это уже смешно, немножко получается, больницы начинать называть. Там, вот третья городская, там, истребительная, называется больница Великомученицы Елизаветы. У меня сразу в голову приходит, что там нет обезболивающих, что ли, препаратов, что называется, великомученицы, дескать, если вы попали в эту больницу, ну так, если чего-то нет, и у вас что-то болит, и вам не дают, ну так вот, Елизавета-то мучилась, и вы помучитесь, раз это великомученица Елизавета. А не нравится, идите святого Георгия. Там не сказано, что он великомученик. То есть вот мы с вами, разбирая эти вещи, и занимаясь анализом, а что такое анализ? Это такое детальное исследование, да? Когда мы отдельные моменты рассматриваем, не для того, чтобы их все это разложить на моменты, а для того, чтобы при той цельности, которую мы должны сохранить, видеть, из чего это целое, так сказать, состоит. Какие есть моменты, какие стороны, какие части этого целого присутствуют. Вот тогда мы занимаемся анализом. И вот когда мы это все проанализируем, у нас будет синтетическое знание в итоге. Синтетическое, потому что мы это же самое целое берем как сложенное из простых. И мы видим, так сказать, говоря о целом, видим в то же время его внутренние моменты, без которых его нельзя понять. Вот это наша задача, которую мы должны сознательно поставить вот на этих занятиях для того, чтобы ее успешно и решать. Так, ну пойдем дальше теперь. Значит, хотим себя изменить, значит, мы меняем какие-то свои условия. Книжку купим, которой нет. Если она есть, можно ее почитывать, а если я не купил, ее и нету. Или скачал, там, или там, вот вы сюда ее закачать должны, если ее нет. Правильно? А без этого как? Нет этого условия. Вот Гегель говорит, он идеалист, не материалист. Он говорит, когда для учений о сущности, когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, а наступает существование. Вот не создадите вы условия, не получите
вот этой самой сущности, этой сути дела. Так, берем четвертый тезис. Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения. Из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака, как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последнее, во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того, как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована. Ну вот, пожалуйста, ваш комментарий. Он говорит, что Фейербах очень много внимания уделяет религии и еще больше религии уделяют святые отцы. Поэтому дело не в том, что он уделяет внимание религии, а в том, что он объясняет эту религию тем, что вот то, что те образы, которые содержатся в религии, являются отражением земного бытия. То есть религия тогда понимается им как фантастический образ земного бытия людей. Поэтому, скажем, люди, которые выступают в образах там, очень похожи на кого? На тех людей, которые есть на земле. Но в религии считается, что вот есть там преподобный там, Михаил или преподобный Николай, а кому он преподобный? То есть кто кому подобен? В геометрии там два треугольника подобные, там нет такого, чтобы тут один только другому подобен, а обратно нет. Поэтому если кто-то преподобен Богу там, а он похож на человека, так кто тут кому подобен? Материалисты считают, что вот те фигуры, которые выступают как божественные фигуры, они подобны земным людям. И поэтому, скажем, та же самая картина Мадонны, они прямо говорят, что она, конечно, выражает чувства и эту ситуацию кормящей матери. Но можно понимать это и по-другому, что вот там все главное находится, на небе. И наша земная жизнь строится по образу и подобию, того, что на небе. То есть можно так трактовать, можно так трактовать. И тут опять-таки уже не драться нужно в том смысле, что вот вы не так трактуете. Но вы должны определиться в этом отношении все-таки, так сказать, на какой основе вы стоите. А у Маркса критика сводится не к этому, не к тому, что он так считает Фейербах. Фейербах считает, что вот религия является отражением земных дел людей. И он на этом ставит точку. А Маркс не ставит эту точку. Говорит, так вот почему человек в фантазиях ищет себе счастье? Счастье ищет не в земной жизни, а говорят, у нас вот цены будут все расти, стипендия вас не вырастет, вот, квартиру вы, так сказать, не получите, за всю свою жизнь будете работать, а если втянетесь в ипотеку, так еще и совсем разоритесь. Короче говоря, но после смерти вас ждет счастливая жизнь. Вы будете там летать в райских кущах. Правда, нечем будет вам кушать то, что там эти райские яблочки, потому что там только души туда улетят, правильно? Ну, что душа ваша счастливая себя будет чувствовать. Вот. А здесь останутся все эти самые земные невзгоды. И вас утешили. Ну, хоть чем-то надо утешить. Я же не могу вам пообещать, что завтра не будет инфляции. А зато я скажу, да идите вон, свечку поставьте в церкви, чтобы инфляция была меньше. Поэтому те, кому надо будет заниматься развитием производства и повышением производительности труда, встают там свечкой, может, Бог поможет. Не машины сделаем высокопроизводительные, которые будут выпускать более дешевую продукцию. Если продукция будет более дешевой, то рубль будет
вырастать. Потому что у кого выше производительность труда, та денежная единица более емкая получается. Ну, то есть, потому что ей соответствует гораздо больше продукт. Поэтому вот коренной вопрос вот так. А наш дорогой Центробанк, он хоть не объявляет, что он религиозно настроен, но он думает, что вот он возьмет, поставит куда-то высокую ставку, по которой он дает кредиты, и не будет такой инфляции. И получается глупость, потому что когда он поставил высоко эту ставку, ключевая ставка у нас 15%, это ставка, по которой наши коммерческие банки берут деньги в Центробанке, а Центробанк никому кредит не дает сам напрямую. А потом коммерческие банки добавляют свои 15%, и как средневековые ростовщики говорят, вот вам не хотите, Екатерина, берите кредит, у нас он недорогой, 30% годовых. Да, недорогой, потому что вот деньги до зарплаты, там 2000% годовых, вот эти вот, быстро, микрофинансирование так называемое. Поэтому очень даже дешево. Кто может взять такой кредит? Нет таких предприятий в России, которые могут взять кредит под 30% годовых. Почему? Потому что вот есть такое понятие, как средняя норма прибыли. Предприятие работает, у него там 10%. Это очень хорошо считается в мировой практике. А то и 3%. То есть, если объемы у вас большие, оборот большой, а норма у вас низкая, чтобы, потому что цена ваша не вздута, и поэтому ее хорошо берет ваш продукт. И вот она везде, во всем мире продается, и вы получаете большую прибыль, становитесь миллиардером. Ну, можно вот стоять, так сказать, с одной бутылкой и ждать, что придет кто-нибудь за 500 рублей и купит. Вот такая картина. Вот мы, так сказать, даже в таких крупных явлениях, которые сейчас наблюдаю. И вот в итоге что получается? Значит, получил этот коммерческий банк деньги, и никто кредит у него такой не берет. Дураков нет, и просто никто не хочет разоряться. Только не до немыслимо совершенно. У меня будет прибыль 10%, а 30% я должен отдать. То есть это я сейчас не умру, а умру попозже. Поэтому он говорит, ну вот видите, говорит банк, раз никто не берет кредиты, я сейчас куплю доллары или евро и буду сидеть и ждать, как они будут расти. А поскольку все делают коммерческий банк сейчас, именно это все, до единого, они закупают доллары и евро. Что происходит? Повышение спроса на доллары. А что происходит, когда спрос растет? Растет цена. И вздувается еще больше. Этот самый доллар и евро, а курс рубля, естественно, падает. И вот тогда выходит товарищ Улюкаев, который у нас министр экономического развития, и говорит, мы должны привыкнуть к новой экономической реальности. Это какой материализм? Это точно созерцательный фейербахский материализм. Какая реальность есть? Ну, цены растут, надо привыкнуть, что они растут. Если у вас деньги забирают, надо привыкнуть так жить, когда у вас деньги забирают. Вот неизвестно, сейчас уйдете вы с этой сумкой, пришли-то с сумкой, а неизвестно, но новая сейчас реальность. Сейчас, если студенты приходят с какими-нибудь сумками, профессора обычно захватывают эти, все ценные берут себе. А это привыкайте, новая реальность и так далее. То есть, что это нам, вот, примерно, такие вещи рассказывают, это всерьез, этот самый увлекает. Хотя никаких таких глубоких экономических работ его не знаем. Ну, я вот занимался этим, я профессор по кафедре экономики и права, я могу вам авторитетно сказать, нет у него там никаких серьезных работ. Как он там взлетел в эти самые министры? Ну, всяко бывает. Всяко бывает. Какой принцип движения кадров сейчас, трудно понять. Вон товарищ Сердюков, он делал табуретки, потом был налоговой инспекцией, потом стал министром обороны. Почему тогда Улюкаев не может быть министром? Очень даже может. Или Дворкович, который заявлял, что студенту не надо стипендии платить. Вот сам он выучился, получил высшее образование, бесплатно. А потом он заявляет, что не надо студентам платить. И тут вот он был помощником Медведева, а вдруг стал вице-премьером. Что такие скачки? Что такое сделал человек в жизни? Ничего не создал. Никаких крупных, какой-то руководящий рабочий в хозяйстве там не был. И он вдруг решает вопросы, как чем сельским хозяйством занимается. Он не знает, что он... Какое отношение к сельскому хозяйству имеет? То есть вот то, о чем мы говорим, оно, конечно, вот такое теоретическое и достаточно обобщенное, но понимание и знание этого, оно вырабатывает такой более ясный взгляд на те события, которые происходят. Поэтому вопрос, что мы будем созерцать вот, и говорить, ну вот, ну, плохо, потом будет хорошо.
вам будет хорошо. Причем также убеждает и мусульмана, и просто убеждает. Вот вы сейчас там оденьте себе пояс шахида, оденьте, неверных взорвете, а сами неверные-то в ад попадут, а вы сразу в рай. И так вот и уговаривают людей. Причем уговорить их сейчас довольно легко, потому что работы нету. Безработные в том же самом Дагестане. Безработные стоят с этими пустыми глазницами. Заводы бывшие. Нету молодежи рабочего места. Приходят люди с деньгами из-за границы и говорят, а вы не хотите поучиться военному делу? Начинают учить стипендия 10 тысяч. Года два человек занимается. Заодно ислам изучает в той форме, которая является радикальной. А потом он говорит, ну теперь настала пора вам отправиться в рай. А этих в ад отправите. Вот вам деньги, вот вам пояс. Это и есть в нашей жизни, к сожалению. Причем я хочу сказать, что у нас лаборантка, где я работал на кафедре экономики и права, очень способная такая. Лаборантка была в аспирантуре, и даже у нее стипендия была президентская. Потом смотрим, она уже это одела. А изучала она вопросы террора. Историк. Террор в России. Уже одела платочек. А потом раз и пропала. Из тех краев, из Дагестана. И все. Где она? Что она? Ну, в аспирантуре не стала учиться, защищаться не стала. У нее и публикации были и так далее. То есть это, к сожалению, вот в нашей жизни сейчас есть, в нынешней, и мы должны это понимать. То есть сначала вроде человек вот теоретически о чем-то говорил, а потом изменились обстоятельства. И эти обстоятельства потом уже влияют на всех. Так вот, дескать, Фейербах сделал такую ценную вещь, говорит Маркс, что он объяснил религию тем, что она отражает нашу земную жизнь. А с другой стороны, ну и в этом и ценность, поэтому, скажем, на этом основании ясно, что читать, скажем, Библию полезно, и Коран полезно. Почему? Потому что они же отражают вообще. Если она отражает земную жизнь, то это школа жизни. Вы читали Библию, нет? Не все. А я все прочитал. Хорошая, интересная книга. Полезная книга. Там, ну, это историческое произведение, как вы не представите. И вот придут, конечно, люди мужественные на железных колесницах. И на вас, и язву моровую, и шершней напустит. Потому что вы не убили младенцев и беременных женщин, там говорит Бог. Он суровый там Бог вначале. Это потом в Новом Завете такой, он слабенький, а там то этих наказывает, то тех наказывает, причем очень так наказывает. Сейчас бы это не воспринято было. Ну, не читает же этот первый Ветхий Завет. Так прямо читает, Новый Завет почитает. Там попроще все. Так. А что нужно делать? А нужно, чтобы посмотреть, что вообще это вот заставляет человека искать где-то в фантазиях, так сказать, улучшение своей жизни, безвыходность, положение, безысходность. Если у меня выхода никакого нет, на что мне надеяться? Ну, русские говорят, человек он на вось. Ну, а в более широком смысле, ну вот, на веру. Мы верим, что будет хорошо. И этого нет, того нет, этого нет, это плохо, это то, это то. Но мы верим, что все будет хорошо. Ну, что нам еще делать? Ну, а если более систематически, вот мы верим, что, ну, кто нам поможет? Вы нам не помогаете. Если не помогает, тот не помогает, тот не помогает. Ну, Бог поможет. Вот. Естественно, кто хочет, чтобы... Или как книжки, когда раздают, вот здесь приезжают и проповедники, которые, так сказать, христианство уже в другой форме, не в православной несут. Они говорят, открываешь книжечку, там, а там написано. Бог помнит о нас, Бог думает о вас, у него есть отличный план вашей жизни. Представляете, как хорошо, вот вы тут сидите, вот, в одиночке, так сказать, в одиночестве, так сказать, пришли. А там есть на небе человек, у которого есть хороший план вашей жизни. Он постоянно думает о вас. Это же согревает, согласитесь. Вот. Обо мне никто не думает, а о вас думает. Ну, это же здорово, хорошо. Вот, то есть, что-то надо изменять в жизни, в земной. Это не мешает тому, кто хочет, и верьте, пожалуйста, но давайте в жизни изменим так, чтобы не было этой безысходности, потому что в другом месте Маркс говорит, что религия – это вздох угнетенной твари.
То есть если человек в положении унесенной твари находится, ну, у него выхода никакого нет, он только так. Но есть просвещенные, которые никакого у них там, но он не совсем не унесенный. Мы же с вами говорим, что человек исправит обстоятельства воспитания. Если будем обрисовывать, что обязательно это так, не так. Это вот в общественном плане так, а по отношению к отдельным индивидуумам это совершенно неверно. Он, может быть, у него все есть. И тем не менее он такой вот, весь религиозный, весь верующий. Он, может, хочет спасти нас. Он-то уже точно спасется. И он хочет, и мы, чтобы попали в рай. А для этого он принимает такие соответствующие меры. Так, тезис номер 5. Тезис номер 5. Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию. Но он рассматривает чувственность не как практическую человеческую чувственную деятельность. Да, то есть надо вот не ограничиваться мышлением. То есть мышление – это очень хорошо, это очень важно, это очень нужно. Теория очень хороша. Хочу вам привести научный пример. Значит, в одном месте у Маркса можно найти слова «наука становится непосредственной производительной силой». Вот у нас существует литература обширная про научно-техническую революцию, про научно-технический прогресс. И вот люди, ссылаясь на это высказывание Маркса, утверждают, что вот, так сказать, наука стала у нас непосредственной производительной силой в современных условиях. Это что значит непосредственная? Непосредственная, понимаете, что это значит? Без посредства чего? Вот я ученый, да, доктор наук. Значит, вы должны прямо от меня вот непосредственно получать жареных рябчиков. Не надо ничего ловить этих птиц, не надо жарить, не надо этой всей цепочки, которая связана с тем, что столько людей занято материальным производством. Вот сосиски, вы же понимаете, чтобы сосиску произвести, надо, между прочим, вырастить коров. И, между прочим, их надо на мясокомбинат отвезти, убить там их, шкуры снять. И в это мясо добавить обязательно крахмал, поташ, нитрат, казеинат натрия, и тогда вам продать. То есть длинная дорога. А тут, говорят, непосредственные производительные силы. Вот я проверял, что написано. Одно и то же место. Вот сноски дают на одно и то же место у Марса. А там написано. Воплощаясь в основном капитале, наука становится непосредственной производительной силой. Что значит воплощаясь в основном капитале? Если я придумал какое-то изобретение или модель станка новую, вот когда она превратится в железо, это моя идея, она станет непосредственной производительной силой. Ну, всем уже понятно, что станок – это непосредственная производительная сила. То есть между станковым продуктом уже никого нету и ничего нету. Или, скажем, если это рабочий овладеет, вот я, скажем, какой-то придумал приемы деятельности для рабочих, и они повышают их производительность труда вдвое. Но если у меня непосредственная производительность, так прямо сразу и повысилось. Нет, надо, чтобы они это осознали. Чтобы они осознали, они это изучили, то есть надо провести соответствующую профессиональную переподготовку. И вот если эта идея в них войдет, так сказать, станет их идеей, они, как идея, владевая массами, становятся материальной силой. В другом месте можем прочитать. Вот тогда эти люди, уже действуя самостоятельно, сознательно, они непосредственно производят материальное благо. Я-то непосредственно материальное благо не произвожу. Если вы надеялись тут получить рябчик от меня, вот с этим у нас плохо. Пока у нас... Или там... Я, конечно, доктор наук, но лечить людей не могу. Даже непосредственно медиком не могу быть. Так. Открываешь вот действительные произведения, а там написано, что воплощаясь в основном в капитале. Кто этого не знает? Понятно, что машины, станки, оборудование, люди являются непосредственной производительной силой. Поэтому тогда они становятся, какая прямо обратная мысль-то там, что когда идея проходит, воплощается в те производительные силы, которые
действовать, которые являются непосредственными, тогда она их повышает, их производительность труда, не мою. У меня производительности труда нет. Это труд, так сказать, теоретический, тут нет того самого. Тут нельзя сказать, что больше я идей дал, меньше дал идей. Тут смотря какая идея. От нас требуется, чтобы идеи были новые, а не старые, чтобы мы не повторяли. Тогда это, иначе это не наука. Совсем другая задача. Вот. Так что вот, конечно, недостаточно, как вот здесь и говорится, что только ограничиваться сферой этого абстрактного мышления. Или говорят, у нас общество информационное. У вас вот свитер информационный у вас. Если бы он у вас был информационный, это выглядело бы не так. Правильно? Информационный. У нас это информационный или все-таки что-то люди сидят, ткут, придут, сшьют или не шьют? Вот если, скажем, информационное общество, полу подметать не надо. Сказал, пол подметить. Это информационное общество. А? Я ему сказал, а он что-то плюет и не реагирует. Вот видели, сейчас вот вы сидели, а у нас в информационном обществе женщина с ведром и с тряпкой вытирает пол. Потом приходят студенты, вроде информационного общества. Вчера было грязно, утром пришли, особенно те, кто позже пришли, все чисто. И они в упор не видят этих людей. Но если я считаю, что у нас общее информационное, это всю картину портит. Это вот уборщица, она всю картину. Какая была красивая картина, а утром заходишь, там лестницу они моют, тут туалеты и так далее. Но вы представляете, что было бы здесь? Университет, черти что. Если бы мы встали на позицию информационного общества, сказал там директор или кто, чтобы все было чисто, и все. И тут оно и чисто. Ну так не получается. Идем дальше. Шестой тезис. Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным. Первое. Абстрагироваться от хода истории. Рассматривать религиозное чувство обособленно и предположить абстрактного, изолированного человеческого индивида. Второе. Поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как род, как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами. Вот, пожалуйста, тоже ценная мысль. Да, я зацепилась за то, что Фейербах рассматривает человека как всеобщность, а не как индивидуальность, которую... Наоборот, как он рассматривает человека как изолированную какую-то индивидуальность, вместо того, чтобы... Сущность-то в чем человека? Ваша сущность в чем? Вот тут есть два разных вопроса. Кто вы и в чем ваша сущность? Вы различаете бытие и сущность? Вот философы должны это различать. Вот кто вы? Человек кто? Человек, если я спрашиваю, кто такой? Человек это кто? Это сущность. А? Это сущность. Нет, человек это животное. Ну не растение же, если вы, я скажу, что вы растение, вы же обидитесь. А животное не должно обидеться, потому что у нас вариантов больше нет. Или есть? У вас есть другой вариант? У меня нету. Вы, я, к сожалению, вынужден констатировать, вот, что мы с вами животные. Но, во-первых, мы животные разумные. Так? Мы животные общественные, раз. Затем мы животные трудящиеся, два. Говорящие, три. И разумные, четыре. Поэтому мы не очень сильно отличаемся от других животных. Но все равно мы животные, поэтому вот если сказать, что-нибудь у нас вот, там что-то сломается внутри, ну тут уж, кажется, никаких идей речи нет. И вот, а сущность ваша, в чем сущность ваша, она тоже животная? Или сущность у вас общественная? Общественная. Общественная. То есть вот сущность, чтобы вашу понять, надо вообще понять, в каком обществе вы живете, какое вы место занимаете, какие вы взаимоотношения имеете со всеми членами. Правда? А если вы этого не брать, то эту сущность не понять, вашу. Поэтому, чтобы вашу сущность понять, ну, тут нужно работать. И это хорошо. Не так вот запросто, а хотите прямо мою сущность понять сходу. Это надо много соли съесть, чтобы понять сущность человека. Поэтому сущность человека, вот это вы пропустили. То, и дело не в том, что он критикует Фейербаха, а дело в том, что он сформулирует позитивного Маркса.
что Фейербах сводит религиозные сущности с человеческой сущностью. Это хорошо. Как это? Хорошо, сводит. Это правильно. Он же не выступает против этого. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. То есть отдельному индивиду сущность человека и не присуща, если вы его изолировали от общества. Ну, например, вы понимаете, что если человек стал Маугли сначала, то он не станет человеком вообще. То есть если попал в среду волков, до 5 лет если прожил, вы уже никогда его не сделаете человеком. В своей действительности сущность, она есть совокупность всех общественных отношений. То есть сказать, что человек – это совокупность общественных отношений, ну, это тоже неверно, это какой-то человек. Вы молодой человек, там, девушка, а я скажу, вы совокупность общественных отношений. А вы скажете, вы меня в упор, что ли, не видите? Как-то странно было бы так сказать, правильно? И я не совокупность общественных отношений. Я честно признался, что я животное, но я не растение и не гриб. Гриб – это растение или животное? Это отдельный класс. А? Это отдельный класс. Что это? Ну, отдельный класс. Отдельные классы, но он же похож на животных, белок там такой же, как у животных почти, правильно? Раз. Сам белки не создает? Хлорофилла нет там? Ну вот растения, они же из воздуха, и с помощью солнечного света и минеральных веществ, которые идут, и воды, они создают белки, так? Новый белок. А грибы люди не создают. Вы видели, чтобы грибы были такие, которые создают белки? Нет. А вот перерабатывают белки, они берут подосиновики, подосиновики, там сказать, то, что есть древесные остатки, собирают листья и так далее. Вот эта грибница, которая представляет собой, это разветвленный такой корень и широкий, она это все собирает, перерабатывает, и потом вдруг это отдельно выходят грибы, которые позволяют потом снова это дело через споры воспроизводить. Но вы отказались считать себя грибом. И я отказался тоже. Мы животные. И это неплохо, потому что это мы все-таки взяли такую ступеньку, у нас не худшая. Вот. То есть никто нас не спилит, по крайней мере. Мы не растения. И двигаться можем сами, там, не стоять какое-то дерево. Что стоишь, качаясь тонкая рябина. Нам это не... Мы можем перейти в другое место, не качаться. Так, вот важно, что вот это надо запомнить. Очень хорошо. Это, так сказать, гениальная мысль о том, что сущность человека – это совокупность общественных отношений. А что такое человек? Я вам формулировал. Можете повторить? Человек – это какое животное? Животное, которое является мыслящим. Мыслящим? Каким еще? Трудящимся. Трудящимся? Производящим. А вы же сказали, трудящимся. Ну да. Мыслящим, трудящимся? Общественным. Да. Вот она, и не случайно, раз оно общественное животное, то и сущность потом общественная. И еще говорящим, вы же сейчас со мной разговариваете. Ну, это вот, так сказать, надо тренироваться это собирать. То есть, чтобы это... То есть, есть такие вот фундаментальные вещи, которые, ну, мы в любом случае, если в любом споре, разговоре, выступлении, мы всегда можем вот это отчеканить. Вот эти наши занятия, ну, они мечта, так сказать, я считаю, всего советского периода. Дойти до каждого. Вот у нас, как мерились, сейчас не так. Сейчас начинается снова, чтобы больше было студентов на преподавателя. А мечта была такая, чтобы дуально заниматься. Ну, вот, допустим, как заниматься с аспирантами, вы знаете, нет? Ну, как вот, если я научный руководитель, приедете ко мне домой, будем смотреть вашу статью. Потом это, я вам все перечеркну и там, исправлю, а скажу, это хорошо, хорошо, вот это давайте, и вы поедете обратно домой думать. Индивидуально работают с аспирантами. Но уже доктора считают, что сами пишут диссертации. Поэтому появляется такое явление, такая шутка, что вы знаете, почему кандидатские лучше докторских? Ну, кандидатские пишут доктора, их научные руководители. А докторские пишут кандидаты. Вот результат. Ну, это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Конечно, от научного руководителя очень много зависит. Ну, конечно, научный руководитель не собирает там вот 5 человек там, или 10, как со студентами. Он работает с одним. С одной стороны, вот плохо, что другие не пришли, а с другой стороны, мы с вами, так сказать, занимаемся. Но не хотят развиваться, это их дело. Нам-то какое дело? Правильно?
Вот я в качестве приданного, так сказать, для студентов. Студенты хотят, занимайтесь. Не хотите, как хотите. Вы не хотите есть, так сказать, там что-то такое вкусное, ну, пожалуйста, там можете это, там, какие-то огрызки собирать. Так, идем дальше. Вот это очень важная мысль, это надо не забыть. Седьмой тезис. Поэтому Фейербах не видит, что религиозное чувство само есть общественный продукт. И что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме. Ну, как закручено. Повторяю, поэтому Фейербах не видит, что религиозное чувство само есть общественный продукт. Ну, то есть оно из общества же рождается, в силу его противоречий, в силу его, так сказать, борьбы, которая есть, так, и условий. И что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, ну, то есть абстрактно от этого общества отделить, сказать, вот есть вы, больше ничего нет, сейчас вас рассматриваем, без всех этих отношений, вот вас очистили, на самом деле очистили от чего? От сущности. То есть если очистить человека от общественных отношений, даже... Это сущность человека, от человека его очищает. Например, вот что значит вас изучить? Вот если я задался бы целью вас изучить. Вот это вот, или вот вы задались бы целью меня изучить, что бы вы сделали? Биографию. Биографию почитали бы, хорошо. Можете посмотреть, зайдите там на Википедию и там почитайте мою биографию. А я вот вам скажу, что я буду делать, если вас буду изучать. Во-первых, я буду изучать вас саму по себе. Само по себе, то есть изолировано. Вот как Фейербах сначала. Потом то, как, кто на вас влияет, с кем вы в каких отношениях, кто на вас влияет. И это Б. И В, на кого вы влияете и как. Ну, скажем, вот если вы влияете в положительном направлении, значит, вы хороший человек. А если вы там вот так вроде с виду так выглядите хорошо, вот там этого, так сказать, как-то не тому научили, другого там. Ну, правильно, то есть надо же рассмотреть человека как человека в его отношениях с другим. Или вы там, значит, со всеми хорошо, в хороших отношениях, идите, видите, как вы или консервную банку пнули ее на году. Это в отношении с природой, да? То есть это надо принимать во внимание или нет? Все. То есть ваши отношения не только с людьми, но и с природой. Потому что что такое, вот скажем, тот мир, в котором мы живем, это уже человечная природа. У нас, так сказать, уже такого действенных лесов почти нету. Вот, сначала люди кидают всякую грязь, а потом лезут купаться туда. Ну, вы сюда такие, и один раз они приехали сюда, вот тут оставили это все, весь этот мусор, а потом другое место, а потом приехать. Вон там собирались озеро Красавицу, некоторые товарищи очищали, тут целая экспедиция была от всех консервных банок, этих пакетов и всякой дряни. Ну это же, а чудесное озеро, это Красавица. Ну, пришли бы вы на бережок, сели, как сядешь, сядешь, а там вдруг там осколки, иголки, черти что. Так. Восьмой тезис. У нас вот идет такое хорошее изучение. Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находит свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики. Ну, вот та же самая мысль, что не нужно созерцать, абстрактно мыслить. Нет, нужно, не нужно ограничиваться, нужно созерцать, нужно. Вот это будет уже, вот это уже будет правильно, то есть нужно не ограничиваться созерцанием. Вот я смотрю на вас, созерцаю, а вы на меня смотрите, созерцаю. Ну, мы еще с вами, между прочим, изучаем. Это же не мы с вами, вот это. Это некий предмет. Мы изучаем то, что уже принадлежит человечеству, вошло уже в культуру. Мы это изучаем. А не ограничиваемся только созерцанием. Но мы это делаем для чего? Для того, чтобы просто это вот в голову перешло? Или для того, чтобы как-то в жизни использовать и преобразовывать? Правильно? Вы собираетесь преобразовывать действительность? Вы же культуролог, вы знаете, что культурно, что не культурно. А у нас некультурного-то очень много. И надо это преобразовывать в каком направлении, чтобы это не было столь бескультурно. Правильно? Ну, то есть у вас такая чисто такая позитивная и преобразующая деятельность впереди.
Или если вы будете однокультурная, поскольку вы выучились, я в университетах училась, обучалась в Санкт-Петербурге. Я вся такая культурная, а кругом все не культурные. Это будет нормальная у вас жизнь? Так это не прожить тоже в такой жизни, правда? Так. Девятый тезис. Самое большее, чего достигает созерцательный материализм, то есть материализм, который понимает чувственность не как практическую деятельность, это созерцанием отдельных индивидов в гражданском обществе. Это самое большее, чего достигает созерцательный материализм. Созерцанием отдельных индивидов в гражданском обществе. Гражданское общество в кавычках. Это модно сегодня? Да. Модно. Мечта – это гражданском. А милиционеры давно эту проблему решили. Вот если вы что-нибудь нарушите, придет, сейчас уже полицейский скажет: гражданка, пройдемте. Он не будет вам говорить, что девушка там. У нас общество, у них-то общество гражданское. Гражданка, пройдемте, вы нарушили. А мне скажет гражданин. Он не будет говорить, что вы там из университета, там кто. Не будет вам спрашивать, вы профессор, не профессор, доктор, не доктор. Это вас не волнует. Ну, вы нарушили, гражданин. А вы как гражданин не должны вот это делать, то делать, это нарушать. Ведите себя прилично. Я уж не знаю, чем вы там занимаетесь на работе, но вообще как вы гражданин в обществе, вы находитесь в государстве, у нас есть. Ну, вот он пишет, Маркс, что это вот это самое большее. То есть он не говорит, что это неправильно. Он говорит, что этим опять нельзя, этим. Ну что, ну сказали мы, что мы с вами в гражданском обществе. Ну мы граждане с вами. Если все. Дальше-то что? Ну это же еще, так сказать, мы до сущности человека, который совокупность всех общественных отношений, мы тогда не дошли. А мы же стремимся дойти до сущности и ограничиться тем, что я гражданин, а вы гражданка. Молодцы, хорошо. Тут гражданин с гражданкой беседовали на занятиях полтора часа. Молодцы. По поводу этого гражданина Германии, гражданина Маркса. Так, идем дальше. Десятый тезис. Точка зрения старого материализма есть гражданское общество. Гражданское в кавычках. Точка зрения нового материализма есть человеческое общество или обобществившееся человечество. Что скажете? Это современно звучит? Ну да. Что внимание нужно уделять обществу. Ну это вот вроде того, как у нас, значит, некоторые женщины хотят быть моделью. Модель, а что лучше, женщина или модель женщины? Ну, как-то довольно странно. Так и здесь. Вот. То есть, что выше-то? Человеческое общество выше, чем просто гражданское? Гражданское – это некоторые вот правила и права, и обязанности, которые надо соблюдать. А что я делаю-то? Что творю? Вам нужно гражданское общество, или я что-нибудь великое создал? Вот мы скажем, Чайковский жил в гражданском обществе. Здорово, много сказали. А какие произведения он дал великие? Это не выше, чем он жил в этом гражданском обществе. Ну, не жил он в гражданском обществе, а все равно создал бы такие произведения. Все равно он бы обогатил сокровищницу мировой культуры. Так? А вы можете обогатиться сокровищницу мировой культурологии. Будете вы жить в гражданском, не в гражданском? А чем вам это кажется, общество не гражданским? Вот полиция сразу гражданская, без вопросов. То есть какое-то такое опускание на более элементарный уровень, то есть как о каком-то высоком, великом, говорят о очень простом, примитивном. Ну да, конечно, ясное дело. Вы против, что ли, гражданского общества? Я не против. Но мы просто с этим не можем на этом. То есть только говорили о сущности человека, так, о культуре мы говорим. Мы вообще ограничиться вот бессодержательным тем, что лишь бы вот мы граждане были. Ну, вы мы граждане, там, вы будете участвовать в управлении, я буду участвовать в управлении. Чем-то буду управлять. И что? Ну, хорошо. Это позитивно, положительно. Но не все. И, наконец, одиннадцатый тезис. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его. Как вам этот тезис? Нравится? А? Хороший. А чем он? Главное, что он краткий. Вы с ним согласны? Ну, дело состоит не просто в том, чтобы объяснять мир. То есть на вас напали, говорю, значит, так надо. Так обстоятельства сложились. Нет, чтобы сделать так, чтобы бандитов было меньше. Нет, говорит, ну, вы понимаете, такое сейчас время.
И так далее. И вот всегда находится объяснение для этого. Вместо того, чтобы преобразовать то, что есть, а человек тоже есть, и общество тоже есть продукты, обстоятельств и воспитания. И когда говорят, что вот воспитатель тоже должен быть воспитан, то если общество наш воспитатель, то мы это общество можем изменить, чтобы оно нас по-другому воспитывало. И так далее. Вот. А вместо этого мы говорим, ну, ничего не поделаешь. То есть не просто надо объяснять. Давайте я вам объясню, почему так произошло. Вам это нужно? Вот вы остались без куска хлеба. Хотите, я вам объясню, почему вы остались без куска хлеба? Нет, чтобы хоть кусочек отломить от своего и дать вам, потому что как Христос учил. Да? У него, правда, возможности больше было, он там одним хлебом больше мог накормить. Но, по крайней мере, это вот, так сказать, требование такое общественное, человеческое. А тут вам говорят, ну вот мы сейчас вам объясним, почему так получилось. Приходит человек, говорит, вы отчислены. А почему? Давайте я вам объясню. Объяснит. И что после того, что объяснит, вы не отчислены? То есть как-то это вот, то есть какое-то надо занять высокую, вот так вообще в культуре, науке. Всегда требуется какое-то занять не просто такую вот эту серую такую позицию, низкую очень, а занять высокую позицию. Если человек говорит, то он должен говорить, чтобы было слышно. Потом он должен говорить приятным голосом. Или вот вы послушайте радио, тоже «Эхо Москвы». Но человек хочет что-то сказать. Вот я, ну ты сделай паузу, артистов учат, в это время подумаешь, может такую глупость не будешь говорить. Когда говоришь то, что думаешь, думаешь, что говоришь. Вот. Ну вот, это, так сказать, как бы предпосылка к этой большой работе, потому что вот мы все тут, раз, два, три, четыре странички, да, но они... Так, во-первых, глубокие, во-вторых, яркие. И поскольку они глубокие и яркие, с позиции этой легче разбирать потом, когда вот эта вот идея, которая реализована в такой значительный труд, вот он занимает почти весь том, легче, конечно, это разбирать и понимать. Вот. Что мы будем делать на протяжении, так сказать, мы более судеб и более нашего государства, которое нас как граждан посадило, в одну аудиторию, в одно и то же время, и сказал, вот вы будете преподавать, вы будете изучать, вы. Вот мы этим будем заниматься. И тут мы как раз вот как гражданское наслаждение. Ну, раз там такая программа есть, раз нам дали, спустили сверху ее откуда-то. Вот даже есть курсы, которые мы сами придумываем, а это вот меня пригласил заведующий, говорит, вот вы, Михаил Васильевич, будете отказываться от такого курса? Я говорю, не буду я отказываться от такого курса. Сейчас и время такое, что не надо отказываться от работы. Вот таким образом. Это вот у нас, значит, получилось с вами предисловие. В прошлый раз было предисловие другое. В прошлый раз было предисловие, которое относилось к тому, как соотносится идеализм и оба вида, субъективный идеализм, объективный идеализм, материализм. И в чем, так сказать, особенность материализма, которую у Маркса, у Энгельса. Ну вот у нас записывается наше занятие. И будем надеяться, поскольку они записываются, так сказать, в условиях, когда не так много это потратить надо время, чтобы это все привести в форму и выдать, то надеемся, что через некоторое время они появятся на YouTube. Как они появятся, я вам скажу, и можно будет, особенно для тех товарищей, которые у нас там в отъездах, чтобы они приехали и могли посмотреть, восполнить. А мы с использованием передовых, так сказать, средств современных даем возможность студентам, даже тем, которые по обстоятельствам жизни вынуждены были оказаться в другом месте, могут и оттуда смотреть. Им скажем адрес, и они будут смотреть. Какие проблемы? Смотреть-то можно по интернету, что хочешь. Вот. Так, значит, давайте мы теперь... У нас сейчас 20, да? Мы половину 12 должны закончить. Да. Ну, хорошо. Значит, что мы теперь будем делать с вами? Сейчас у нас еще 10 минут до перерыва. Это вы читали. Ну вот, поскольку вы это читали, здесь мы немножко уже, так сказать, изменим наш ход событий. Что вот ценное, вот у нас есть предисловие. Что вот вам в предисловии показалось, так сказать, интересным, важным, полезным, ценным, нужным? По-моему, я не с предисловия читала. А? Я чуть дальше читала саму. Еще раньше, чем предисловие? Нет, чуть позже, чем предисловие. Позже? А что, предисловие не читаете?
Вот если вы были бы ученым и написали бы книгу, написали бы предисловие, вы рассчитываете, что предисловие это будет читать? То есть оно, это обращение автора к кому? К читателю. И он обычно предисловие, вот введение длинное. Если вы будете введение какой-то своей работе делать, там, диссертации, там, диплому, оно может быть, в общем, безразмерным. А предисловие безразмерным не должно быть. Ну, предисловие это еще и не слова. Предисловие перед словами идет, поэтому оно должно быть. Оно, поэтому, смотрите, вот все. Вот, это важно. Значит, ну, все-таки нам бы надо с ним познакомиться. Ну, давайте делаем как. Вот мы сейчас прервемся с вами. Вы познакомитесь. У вас же с собой Марк Энгельс? Закачан? Или без предисловия закачан? Закачивал только то, что читал. А предисловие-то не закачали? У меня сопротивление несколько критиков вплоть своих последних поток не покидал предисловие. То есть нету, да, предисловия? Ну а как вы это закачиваете? Откуда? Это вот вы делаете с... У вас с компьютером это делаете? Или это ведь не компьютер, это же у вас книга электронная, да? То есть это вам дома надо делать. Ну, давайте мы это учтем, что, в общем-то, вы, у вас должно быть то. А сколько он сразу закачать можно? Все это много, да, для него? То есть лучше кусками. Нет, просто у меня очень удобная книжка, и я с книжки копирую, потому что если я буду на ней листать, то это будет медленно. А, вы с книжкой копируете, как, то есть, почти как... PDF-файл. Как сканируете, да? Ну, а, да. Закачиваете PDF-файл. Ага, понятно. А у вас книжка есть? Такая? Нет. Нет? Нет, я просто в PDF скачала. PDF скачали, да? Да. Угу. Понятно. Ну, хорошо. Ну, я должен сказать, раз у нас еще немножко времени есть, я вас познакомлю с предисловием. А что мне делать? Если вы не прочитали предисловие. Будем надеяться, что в следующий раз вы будете так делать. Значит, предисловие, мы говорили, в чем его смысл. Значит, люди, потому что мы будем это изучать, и мы должны считаться с тем, какое направление брали те люди, которые писали. Может, они не сделали то, что хотели. Потому что вот когда начинаешь считать, вот я сначала не понимал этого, вот идет... От своего имени они вот говорят первое, или от имени тех, кого будут критиковать. Вот смотрите, начало какое. Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что они есть или чем они должны быть. Ну, звучит нескромно до сих пор. То есть до появления вот нашей книжки, там, Марк Энгельс, как звучит, что все люди, вот ложные представления, вот мы первые пришли, единственные, и вот сейчас мы сразу все вам приходим. Но на самом деле, как из дальнейшего следует, что это авторы излагают позицию тех, кого они будут критиковать. Но они это в немецкой манере делают. Как в немецком языке отрицание? Тыр-тыр-тыр-тыр в конце. Них. Уже ты все понял, согласен, понравилось, потом в конце раз стоит, них. И все. Еще читать надо понимать наоборот. Это в русском языке можно не туда поставить, сюда поставить, сюда в английском, а там, пожалуйста, вот. Конце. Люди до сих пор, поэтому это вот в этой же манере написано. Написано, а потом оказывается, что это они собираются это критиковать. Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что они есть или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о Боге, о том, что является образцом человека и так далее, они строили свои отношения. Порождение их головы стали господствовать над ними. Они, творцы, склонились перед своими творениями. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства мыслей. Научим их, как заменить эти иллюзии мыслями, отвечающими сущности человека. И так звучит, так, как будто они это призывают к этому. Говорит один, как отнестись к ним критически, говорит другой, как выкинуть их из своей головы, говорит третий, и существующая действительность рухнет. То есть это краткое изложение, первый абзац, той позиции, которая имеет самое широкое распространение в тот период в немецкой идеологии, в идеологии Германии. Эти невинные детские фантазии образуют ядро новейшей младогегельянской философии. Вот это особо ценно понимать, потому что до этой работы, как известно, Маркс и Энгельс принадлежали сами к кому, к какой категории.
младым гегельянцам. Поэтому эта вот книга, это есть книга, которая показывает, как люди, которые придерживались этой вот позиции, от нее освобождаются сами и освобождают от этой позиции других. Эти невинные детские фантазии образуют ядро новейшей младогегельянской философии, которую в Германии не только публика принимает с чувством ужаса и благоговения, но и сами философские герои также преподносят с торжественным сознанием ее миропотрясающей опасности и преступной беспощадности. Первый том предлагаемой работы ставит себе целью. Ну, так и всегда и боится. Предисловие, кстати, и пишется. Вы какую цель ставили в своей работе? Курсовой, дипломной, кандидатской, докторской книге. Первый том предлагаемой работы ставит себе целью разоблачить этих овец, считающих себя волками и принимаемых за таковых. Показать, что их блеяние лишь повторяет в философской форме представление немецких бюргеров. Вот обратите внимание, это вот в соответствии с тезисом Фейербаха, что они не просто разоблачить как неверные, а то, что они отражают вот это вот настроение немецких бюргеров. То есть они берут вот, так сказать, это удвоение основания и основанные. Так же, как в диалектике есть основания, есть основанные, а не просто вот что-то безосновательное и не основанное ни на чем. Что хвастливые речи этих философских комментаторов только отражают убожество немецкой действительности. Эта книга ставит себе целью развенчать и лишить всякого доверия философскую борьбу с тенями действительности. То есть они задачу поставили не просто покритиковать, а развенчать и лишить всякого доверия. То есть критика должна быть очень острой, очень конкретной, очень подробной, обстоятельной и не оставить ничего камня на камне. Вот что они собираются сделать. Борьбу, которая так по душе мечтательному, то есть лишить всякого доверия, философскую борьбу с тенями действительности, борьбу, которая так по душе мечтательному и сонливому немецкому народу. Вот. Так сказать, если речь идет о только философской борьбе и больше ни о чем. Одному бравому человеку пришло однажды в голову, что люди тонут в воде только потому, что они одержимы мыслью о тяжести. Если бы они выкинули это представление из головы, объявив, например, его суеверным, религиозным, то они избавились бы от всякого риска утонуть. Всю свою жизнь боролся он против иллюзии тяжести, относительно вредных последствий которой статистика доставляла ему все новые и новые доказательства. Сей бравый муж явился прообразом современных немецких революционных философов. Вот, собственно говоря. Вот и условия, собственно, мы и рассмотрели с вами. Так. Перерыв. 10 минут.